13. Я знаю, что это странно прозвучит, но эти его ритуалы, все эти суеверия... Успокойся. Больше всего он боялся числа 13. Он относился к нему с уважением и опаской. Он постоянно был начеку. Он никогда бы не сел в лодку, лифт, такси или корабль, на поезд, номер которого начинался или заканчивался на 13, был краше 13 или в сумме давал 13. Они еще не забрали машину. Его машина все еще стоит на вокзале, там, где он ее предположительно оставил. Предположительно? Он припарковался на 13 месте. Может, он просто не увидел число? Увидел. Тогда, может, он просто спешил на работу, увидел подъезжающий поезд и припарковался. Нет, Дэвид Харрис никогда бы не оставил свою машину на том месте. Если он этого не делал... Значит, он не сел на тот поезд.